Грозит ли вам стать мультимиллионерами? Вы когда-нибудь задумывались над этим, уважаемые? Так вот, наша сегодняшняя встреча будет проходить в виде теста, который называется «Тест на богатство». Этот тест поможет выяснить, в правильном ли направлении вы идете. Все хотят жить хорошо, иметь достаточно денег, а еще лучше быть богатыми. Есть, правда, один нюанс. Многие действительно искренне хотят иметь большие деньги и обладать приличными богатствами. Но кто откажется от хорошей жизни, верно? А богатство почему-то не идет в руки всем желающим. Может, они не так уж сильно хотят больших денег, а? А вот как раз наоборот, те, кто их не имеет, в большинстве случаев очень хотели бы стать богатыми. Причем, даже если это тщательно скрывают по тем или иным причинам, это не важно. Важно то, что проходят годы, а богатства как не было, так и нет. И каждый день добавляет в их характер по каплям, да, день за днем злость, зависть, негодование и набор абсолютно неприемлемых вопросов, таких как: почему мне приходится всегда экономить, прежде чем что-то стоящее купить? Или долго я еще буду сводить концы с концами? Вам знакомы эти вопросы? А порой и еще хлеще вопрос: за что мне это, ну, к примеру, бедность? Или еще там прочее-прочее. Так почему же все-таки богатство не идет в руки всем желающим? Возможно, что некоторые как-то не так хотят богатства, что-то делают не так. А может, они его скорее отталкивают, нежели притягивают. А вот это уже более вероятно. Сегодня, друзья, мы проясним с вами именно этот вопрос. И каждый для себя сможет узнать, каковы лично ваши шансы стать богатыми. Итак, тест на богатство. В каждом вопросе будете, друзья, выбирать только один ответ. Внимание, приготовились. Отвечать быстро, не задумываясь. Это будет истинный ответ. Первый вопрос. Как считаете, по сравнению с друзьями, знакомыми и коллегами по работе, вы работаете А. Примерно столько же в среднем, сколько и они. Б. Пишите себе А, Б, В или Г. Б в среднем меньше. В в среднем гораздо больше. И Г. Много работать вам вообще не свойственно. Второй вопрос. Цифра 2. Насколько вы самостоятельный человек? А. Скорее самостоятельный. Б. Скорее не самостоятельный. В. Абсолютно самостоятельный. И Г. Абсолютно не самостоятельный. Третий вопрос. Ваше отношение к труду. А. Трудиться – это нормально. Б. Отрицательное. В. Надо же как-то зарабатывать на хлеб. И Г. Не мыслите себя без труда. Четвертый вопрос. Новости о богатых людях, их дорогих покупках и развлечениях. А. Раздражают, поскольку вам такого богатства никогда не светит. Б. Напрягают, так как это лишний раз напоминает о вашей бедности. В. Мотивирует. Г. Просто выводит из себя безо всяких причин. Пятый вопрос. Деловые новости вам А. интересны, Б. безразличны, В. вызывают некий интерес, Г. стараетесь следить за основными новостями. Шестой вопрос. Умеете ли вы откладывать часть своих денег ежемесячно? А. Не только не откладываю, а еще и должен всем подряд. Б. Регулярно. В. Иногда, когда получается. И Г. Очень редко имеете возможность что-то откладывать.
Вопрос номер 7. Если бы завтра вы нашли несколько миллионов долларов, что бы с ними сделали? А. Купили бы дом, машину, дорогие вещи и так далее. Б. Положили бы в банк под проценты. В. Создали бы свой бизнес. Г. Прогуляли бы основную часть денег. Вопрос номер 8. Если бы через одну минуту вам вручили несколько миллионов долларов при условии, что вы должны моментально ответить, на какие цели используете эти немалые деньги? А. Вы бы растерялись. Б. Попытались бы как можно быстрее перечислить дорогие покупки, о которых мечтаете, предметы роскоши там, и так далее. В. Точно знаете, для каких целей вам нужны такие деньги. Ответ дали бы незамедлительно. И Г. Сомневаетесь, нужны ли вам вообще такие большие деньги? Вопрос номер 9. Как относитесь к продажам? А. Терпеть не могу. Б. Когда-то пробовали, но не получилось, а отношение к продажам у вас нейтральное. В. Хотя в продажах и не работаете, но если жизнь заставит, то для вас продавать без проблем. И Г. Хорошо умеете продавать. Вопрос номер 10. Как вы думаете, для успешного бизнеса умение продавать? А. Одно из важнейших качеств. Б. В принципе, не помешает. В. А зачем ему уметь еще и продавать что-то? Он же уже большой руководитель. Г. А разве не продавцы, которые работают в компании этого бизнеса, должны уметь продавать? Вопрос номер 11. Как считаете, какой вариант с большей вероятностью принесет вам богатство? А. Выигрыш крупной суммы денег. Б. Упорный труд. В. Неожиданное наследство. И Г. Найденный клад. Вопрос номер 12. А какой вариант, способный сделать вас богатыми, вы бы предпочли? А. Упорный труд. Б. Крупная афера. В. Брак по расчету. И Г. Выигрыш в казино. Вопрос номер 13. Для вас большие деньги. А. Источник зла во всем мире. Б. Возможность самореализоваться. Б. Возможность чувствовать собственное превосходство над ближайшим окружением. И Г. Трудно сказать. Вопрос номер 14. Как часто доводите до конца начатые дела? А. Всегда. Б. Иногда. В. Редко. И Г. Часто. Вопрос номер 15. Любите ли вы ставить перед собой цели и достигать их? А. Редко, когда это удается. Б. Люблю, ставлю и достигаю до победного конца. В. В основном – да. Г. Вам это делать трудно. Вопрос номер 16. После очередного провала, как правило, А. Разочаровываетесь, но пытаетесь как-то брать себя в руки. Б. Испытываете трудности в совладении с собой. В. Никаких проблем. Верите, что следующая попытка окажется более удачной. И Г. Такие провалы надолго выбивают вас из колеи. Вопрос номер 17. Ваше отношение к самосовершенствованию. А. Куда мне еще совершенствоваться? Б. Положительное, надо работать над собой, не покладая рук. В. Отрицательное, разве это что-то изменит? И Г. Если обстоятельства поджимают, вам приходится что-то с собой уже делать. Вопрос номер 18. Если вы задумали что-то грандиозное, а родственники убедительно доказывают, что это чушь,
то, как правило, соглашаетесь с их доводами и бросаете дело. Б. Делаете дело, несмотря ни на что. В. Делаете дело, но в подсознании вертятся слова родственников, что это чушь, и вряд ли получится что-то путное. И Г. Даже не сомневаетесь, что все получится, но ничего не делаете. Номер 19. Как у вас с идеями? А. Приходят одна за другой с такой скоростью, что даже записывать их не успеваю. Б. У вас с этим проблемы. В. Приходят часто. И Г. Приходят редко. Вопрос номер 20. Вы верите в то, что ребенок из абсолютно нищей семьи способен в будущем стать миллионером? А. Нет. Б. Однозначно. В. Вряд ли, хотя допускаете такую возможность. И Г. Сейчас без связи и богатых покровителей никуда. Вопрос номер 21. Ваше отношение к самообразованию. А. А разве школа не дала мне образование? Б. А разве школьного и университетского образования недостаточно? В. Точно знаете, что надо всю жизнь развиваться. Г. Вы просто уверены, что заниматься самообразованием необходимо, но не делаете этого. Ну, либо делаете тогда, когда поджимают обстоятельства. Вопрос номер 22. Если бы вы выиграли в лотерею миллионы долларов, а. Пустились бы во все тяжкие. Б. Продолжали работать, дабы приумножить эти деньги. В. Если занимаетесь бизнесом, то максимально расширили бы его. И Г. Бросили бы все дела. Вопрос номер 23. Если кто-то заработал честно миллионы, а. Это все равно несправедливо иметь одному столько богатства. Б. Хороший человек честно такие деньги не заработает. В. Это абсолютно справедливая награда за труды. И Г. Повезло, да и только. Вопрос номер 24. Как чувствуете, если бы вам подарили 1 миллион долларов, вы бы А. точно смогли его приумножить. Б. Наверное, вы бы смогли его приумножить. В. Вряд ли получилось бы его приумножить. И Г. Вы бы смогли его только потратить. Вопрос номер 25. Если бы пришлось прожить год одному на необитаемом острове, вы бы А. свихнулись от безысходности. Б. Сдурели от безделья. В. Взяли бы себя в руки и с горем пополам как-то вытерпели этот год. И Г. Обустроили бы так свое жилище, дабы максимально комфортно провести этот год, то есть это время. Вопрос номер 26. Вы искренне полагаете, что ваша бедность А. это временное явление, которое вскоре победите. Б. Это навсегда. В. Если бы от вас все зависело, давно вырвались бы из бедности. И Г. Как судьба распорядится, так и будет. Вопрос номер 7. Если бы вы стали богатыми честным путем, вы бы А. стеснялись осуждения своих бедных родственников. Б. Боялись зависти друзей. В. Если я богатство заработал своим трудом и интеллектом, то почему должен этого стесняться? И Г. Вас бы мучила совесть, что ближайшее окружение живет не так хорошо, как вы. Вопрос номер 28. Ваше отношение к возможностям достижения богатства. А. Все имеют такие возможности. Б. Только дети богатых родителей их имеют. В. Вот жители богатых стран имеют возможности, а у нас только иллюзия возможностей. И Г. К
Кто этого хочет, тот возможности и находит. Вопрос номер 29. Если бы довелось пообщаться с настоящим миллиардером, и он предложил бы несколько вариантов помощи, что бы вы выбрали? А. Чек на 10 тысяч долларов безвозмездно. Б. Чек на 20 тысяч долларов с поэтапным возвратом вами этой суммы. В. Чек на 30 тысяч долларов с поэтапным возвратом этой суммы плюс небольшой процент. И Г. Никаких денег не получаете, но миллиардер желает стать вашим личным наставником и научить тому, как делаются деньги. Вопрос 30. Как часто вы тратите деньги на какую-то ерунду, чтобы удовлетворить сиюминутное желание, а потом об этом сожалеете? А. Довольно часто. Б. Довольно редко. В. Крайне редко. И Г. Постоянно. Вопрос номер 31. Планируете ли вы свое будущее? А. Всегда. Б. Никогда. В. Иногда. И Г. А зачем это нужно? Вопрос номер 32. Смогли бы вы руководить людьми? А. Легко. Б. Вряд ли. В. Несколькими, не самыми буйными, возможно. И Г. Скорее всего, да. Вопрос номер 33. Уровень вашей уверенности в себе. А. Я всегда уверен в себе. Б. Ниже среднего. В. Выше среднего. И Г. Я человек неуверенный. Вопрос номер 34. Если бы ваш первый бизнес прогорел, вы бы А. впали в депрессию на долгое время. Б. Боялись бы начинать что-то новое. В. Начали бы новый бизнес. И Г. Устроились бы на работу. Вопрос номер 35. Верите ли вы в то, что чем большим количеством знаний овладеваете в своей профессии, тем больше вам везет в работе? А. Сомнительное утверждение, хотя что-то в этом есть. Б. Однозначно. В. Не верю. И Г. Только не в моей профессии. Вопрос номер 36. Как вы считаете? А. Деньги – это зло. Б. Не зло, а вот большие деньги – зло. В. Деньги – это свобода. Г. Деньги – это свобода, а вот большие – это уже не свобода. Вопрос номер 37. С каким утверждением вы согласны? А. Деньги портят человека. Б. Большие богатства портят человека. В. От каждого зависит, как он будет использовать свои деньги. И Г. От нас при больших богатствах уже мало что зависит. Какими бы мы хорошими ни были, а став богатыми, скорее всего, станем плохими. Вопрос номер 38. Верите ли вы, что можно быть богатыми и счастливыми одновременно? А. Какое уж тут счастье, когда надо утаить от родственников и знакомых столько денег. Б. Какое может быть счастье, если чиновники, налоговая и аферисты всех мастей так и ждут, чтобы что-то от вас урвать? В. Да, верю, это возможно. Г. Хороший человек не может испытывать счастье и чувствовать себя хорошо, даже честно разбогатев, когда в мире столько бедных и несчастных. Вопрос номер 39. Главный фактор достижения богатства – А. Это престижное образование. Б. Непоколебимая целеустремленность и труд. В. Богатый дядя. Г. Позитивное мышление. Вопрос номер 40. Какой бы ваш доход ни был на данный момент, можете себе представить его увеличение в сотни и тысячи раз? А. Еще бы. Конечно, могу и даже больше. Б. Если бы мой доход вырос в два раза, я бы уже был счастлив. В.
50-кратное увеличение представить еще могу, и то смутно. И Г. А какой смысл что-либо представлять, ведь это денег все равно не прибавит? Вопрос номер 41. Что обычно делаете, когда возникают проблемы? А. Методично их решаете. Б. Ждете и надеетесь, что все само собой как-то разрешится. В. Впадаете в депрессию. Г. Доводите до депрессии все свое окружение, взваливая на них личные свои проблемы. Вопрос номер 42. У вас есть какие-то идеи того, как вам стать богатыми? А. Пока нет. Б. Не одна, а несколько. В. Какие идеи в моем положении тут хоть бы как-то выжить? Г. Пока очень смутные, а вообще будут деньги и идеи появятся. Вопрос номер 43. Подходим к концу, друзья. Внимание. С каким утверждением согласны больше всего? А. Дабы обрести богатство, деньги надо любить всем сердцем и душой. Труд не так важен, поскольку сильная любовь к деньгам в результате их и притянет. Б. Деньги надо ненавидеть, но работать до седьмого пота. В. Чтобы стать богатым, достаточно относиться к деньгам уважительно, усиленно работать над собой, идя к своей мечте, не обращая внимания на преграды. Деньги приложатся в награду за мастерство. И Г. Чтобы иметь шансы стать богатым, деньгам надо поклоняться. Внимание, последний вопрос, 44. Каково ваше внутреннее ощущение, которое исходит из самого сердца? А. Я уверен, что стану богатым. Б. Скорее всего, я все-таки стану богатым. В. Чувствую, что шансы небольшие, но они все же есть. И Г. Увы, но богатым мне никогда не стать. Произведем подсчет баллов всего нашего пройденного теста. Для более быстрого подсчета возьмите, пожалуйста, калькуляторы. Вот они, 44 вопроса. И выбираем вашу А, Б, В или Г напротив цифры. Берем калькулятор и начинаем прибавлять все это спокойно. Итак, обращаем внимание на следующие цифры. От 0 до 100 баллов, от 100 до 173 и от 173 и выше. Внимание, смотрим результаты для тех, у кого от 0 до 100 баллов. Очень печально, но вы идете не тем путем, друзья. Идете куда угодно, но только не к богатству и процветанию. Ошибочные психологические установки относительно денег, сформировавшиеся в вашем мозгу и подсознании, будут уничтожать на корню все благие намерения. Попытки надежды вырваться из бедности, если не пересмотрите свои отношения к жизни, саморазвитию, собственной лени, то есть свое личное, да? Должны пересмотреть свои взгляды, к успешным и богатым людям также пересмотрите, то, к большому сожалению, в будущем, если вы этого не сделаете, вы сможете рассчитывать только на пенсию, которую щедро выделит государство. Обратите внимание, пожалуйста, на это. С этим разобрались, идем дальше. От 100 до 173. Итак, вы и понимаете, что многое от вас в жизни зависит, и желаете стать богатыми, и стараетесь плодотворно для этого трудиться, но чего-то все же не хватает, а что-то даже мешает. А мешает, знаете что? То, что вы пытаетесь усидеть на двух стульях, друзья, одновременно. Бедности и стремление к богатству. Стоит чуть-чуть расслабиться, внимание, и вы уже переходите в первую категорию. От 0 до 100 баллов, не дающие никаких шансов вырваться из бедности, если, конечно, вы не приложите своих усилий. А стоит взять себя в руки, засучив рукава, и приступить к достижению своей мечты, несмотря ни на что, с удвоенной энергией и напором, как попадаете сразу в группу даже 173 и выше.
Обратите на это внимание, пожалуйста. А люди из этой группы имеют все шансы стать мультимиллионерами. Пока еще не поздно, определяйте скорее, к какой группе вам стремиться. Усидеть на двух стульях богатства и бедности одновременно вряд ли удастся. Хотя, может быть, и удастся, только в таком случае шансы пополнить ряды бедных неудачников будут велики. А вот шансов стать богатыми никаких, решайте сами. То есть у вас есть полный набор шансов, и все в ваших руках. И, наконец, следующее. От 173 и выше. Вы прекрасно осознаете, что все, чего в жизни достигли и получите в будущем, это результат вашего сознательного выбора и поступков. Вы сами управляете своей жизнью. Никакие критические мнения и замечания не могут сбить вас с дороги, ведущей к мечте. Вы сами определяете, в каком направлении движетесь и с какой интенсивностью. Вы знаете, что Вселенная изобильная, в мире много богатства, и вскоре частью этого богатства будете обладать и вы. Успехов вам на этом пути! Ко всему сказанному хотелось лишь добавить, друзья, сколько бы баллов вы ни набрали, у меня есть хорошая новость. А раз вы не поленились дослушать сегодняшнюю информацию до конца, значит, еще не все потеряно. Это свидетельствует о том, что вы хотите все-таки вырваться кто-то из бедности, кто-то сделать свою жизнь еще лучше, чем имеет на данный момент. Знаете, жгучее желание пополнить ряды богатых – это самый первый шаг на пути к богатству. Стать свободным, ну, не только финансово, но и располагать своим временем так, как вы того только хотите. А главное, заслуживаете. Никто ведь не родился для того, чтобы прожить свою жизнь, как якобы нам навязывают. Да? Каждый сам вправе выбрать то, что считает более правильным и приемлемым только ему. Не нужно вести себя так, как будто вам осталось жить 500 лет. Время не любит, когда его не ценят, верно? Рекомендую задуматься об этом серьезно, буду рада. Если сегодняшняя встреча помогла тем, кто об этом еще не начинал даже думать, то есть вы уже задумаетесь, по крайней мере, начнете. Надеюсь, что вы больше так уже не думаете. Хотя повторяю, что думать так или иначе – это право каждого, согласны? Но если вас волнуют те же вопросы, что и большинство людей, а именно, посмотрите, пожалуйста, на слайд, напоминаю. Первый. Обеспечивает ли мою жизнь и жизнь моих близких то, чем я на данный момент занимаюсь, так, как я того действительно хочу и заслуживаю? И второй вопрос. Что будет обеспечивать мне старость? Друзья, если вас действительно это волнует, тем более, если после прохождения вот этого теста на богатство у вас появилось сильное желание действовать, не гасите его, вы поняли, что вы чувствуете, что ощущаете, я надеюсь, затронула эти струночки, кому-то помогла, не откладывайте на потом, примитесь за изменения немедленно. Об одной из возможностей, которая реально уже дала и продолжает давать финансовую свободу людям всего мира, мы поговорим с вами о реальном ключе к финансовой свободе, о новом и очень простом способе, который при необходимости может использовать каждый человек и который позволит изменить вашу жизнь так, как только вы того хотите, а главное, заслуживаете. Итак, друзья, помните всегда, что тот, кто владеет информацией, тот владеет миром. С вами была Елена Есерь.